Все, начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем работу всероссийского вебинара на тему «Основания и принципы магистерской программы медиаобразования в библиотечной сфере». Организаторами вебинара является кафедра медиаобразования Института журналистики, коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета и научно-исследовательский институт информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного института культуры. Почему мы выбрали такую тему и предлагаем ее вашему вниманию, почему мы предлагаем ее обсудить? Дело в том, что на нашей кафедре создается магистерская программа для магистров-заочников медиаобразования в библиотечной сфере. Не скрою, что тема эта новая. Пока такой программы нет ни в России, ни в других странах мира. И очень важно выбрать правильное направление, выбрать основания и принципы, чтобы не ошибиться и реализовать то, что действительно нужно библиотекарям на практике. Поэтому мы решили эту тему предложить вам. Структура сегодняшнего вебинара у всех у вас есть. Я сегодня отослал ее в электронном письме. Вот, и прежде чем передам слово нашему организатору, соорганизатору из Кемерово Наталье Ивановне Гендиной, вот, я хотел бы прочитать приветственное слово Аркадия Васильевича Соколова, классика нашего библиотечного дела. «Мы живем в эпоху больших перемен», пишет Аркадий Васильевич. «Наше время – время цивилизационного выбора, когда профессиональным служителям книги уместно задуматься над вопросом, в чем заключается библиотечное счастье. На мой взгляд, библиотечное счастье состоит в том, чтобы правильно понять поэзию и правду библиотечной профессии. Медиаобразование – это не просто телекоммуникация, а путь познания поэзии и правды. Желаю, чтобы всероссийский вебинар показал его участникам дорогу к библиотечному счастью в эпоху больших перемен». А теперь я хотел бы передать слово Наталье Ивановне Гендиной, доктору педагогических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации. Добрый день, дорогие коллеги. Рада приветствовать всех участников вебинара. Я хочу напомнить, что идея вебинара, мы, высказывая эту идею, мы стремились провести ее в рамках Всемирной недели медийной информационной грамотности. Но так сложились обстоятельства, что мы, так сказать, превратили нашу неделю в месячник медийной грамотности. Я думаю, ЮНЕСКО будет нами очень довольна. Ну, а если серьезно, я хотела бы напомнить ту тему, ключевую тему 2017 года, которую ЮНЕСКО объявила для этой недели медийной информационной грамотности. «Медийная информационная грамотность – переломные времена, переосмысление способов обучения и информационной сферы». Какие же переломные времена? Каков контекст, который делает еще более актуальной тему нашего вебинара? Я хотела бы напомнить, я думаю, библиотекари хорошо знают, что в последние десятилетия весь мир библиотечный обсуждает проблему места, роли библиотеки как социального института в эпоху интернета. Все чаще в общественное сознание вбрасывается очень опасный тезис о том, что библиотека век интернета не нужна, библиотека устарела, и, соответственно, ее миссия, роль значительно снижается. Эти абсурдные тезисы, конечно, мы должны опровергать. И прежде всего, наше место в современном мире информации во многом связано с реализацией по-новому, на качественной новом уровне образовательной функции современной библиотеки. Потому что современный человек живет под прессингом информации. И дело не столько даже в количестве этой информации, которая обрушивается и на ребенка, и на взрослого, что называется, и на старого, и на малого, а дело в качестве этой информации. Не случайно ЮНЕСКО очень и ИФЛА, очень эти авторитетные организации озабочены тем, каким образом современный человек
готовиться к жизни в этом информационном обществе, и особенно остра проблема детей, подростков и молодежи. И поэтому библиотеки могут, должны стать тем местом, где формируется новая грань культуры современного человека, информационной культуры, и где закладываются основы весьма важного, я бы сказала, жизненно важного навыка медийной информационной грамотности. Поэтому я безоговорочно, не только я, но и коллектив, который я представляю, мы поддерживаем и горячо поддерживаем инициативу, которую проявила кафедра медиаобразования Московского педагогического государственного университета относительно создания, разработки новой магистерской программы. И наша цель сегодня – обсудить, по каким принципам строить эту программу, какие здесь могут быть сложности, трудности. И поэтому я с удовольствием передаю уже теперь для первого мини-доклада слово Юрию. Дорогие коллеги, спасибо большое, Наталья Ивановна. Дорогие коллеги, мой мини-доклад называется так: «Компетентностный подход в медиаобразовании от практики к теории и от теоретического знания к мудрости». Сразу должен предупредить всех, что я молодой преподаватель. То есть когда-то давно я работал на кафедре технологии машиностроения Комсомольского на Амуре политехнического института преподавателем, но это было в начале 90-х годов. А потом я работал в академической науке, и если преподавал, то редко. Поэтому мой подход оригинален и может быть, то есть оригинален в том смысле, что я его сам придумал. И, конечно, в каких-то чертах подлежит корректировке. Начну прежде всего с компетентностного подхода. Раньше я был его противником. Я считал, что этот подход разрушает традиционное образование, то есть он разбивает его на фрагменты, на компетенции, которые потом продаются соответствующим образом. Но вот недавно был вынужден осваивать эту тематику и понял, что компетентностный подход заключается немного в другом. То есть в нем делается акцент самого получаемого знания на умение применять данное знание. И, пожалуй, лучшую работу, которую я встретил на эту тему, лучшая работа принадлежит Елене Владимировне Брызгалиной, известному специалисту по философии образования. Она работает на философском факультете Московского университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. И когда я посмотрел на компетентностный подход сквозь призму вот ее текста и приложил это к библиотечной сфере, то получилось следующее. Библиотекарь так или иначе... Да, кстати, это не обязательно касается библиотечной сферы. Библиотекарь так или иначе уже живет и действует в мире медиа. То есть он не может выйти за пределы мира медиа, ему некуда выходить, точно так же, как рыба не может выйти за пределы воды, в которой она находится. Это значит, что человек так или иначе стихийно должен осваивать, получать эти навыки. Стихийно ли, сознательно ли, полно, не полно, но такие навыки он получает. Таким образом, практика уже возникает, практика медиаобразования, естественно, в ходе самой жизни. От практики можно двигаться к теории. То есть теория надстраивается над практикой как второй этаж, и связана она не просто со способами действий. Эти способы действий могут быть эмпирические. Вот у меня один раз получилось так, значит, я буду повторять это до тех пор, пока, так сказать, не обнаружу неадекватность своих действий. Теория позволяет разбираться в том, как это устроено, как это происходит, почему происходит, какова внутренняя структура этих взаимодействий. Но есть еще третий элемент, на мой взгляд, который не должен быть упущен. Это то, что называется мудростью в философии, то есть умение объединять знания глубинных принципов со способом практических действий. И объединяет это не что иное, как человеческая личность, сам человек.
Известно в философии, что человека можно рассматривать как индивида, индивидуальность и личность. И вот, на мой взгляд, именно личность соединяет в себе знания глубинных принципов и практические умения. И мне кажется, вот в этом и состоит самая сверхзадача медиаобразования, если угодно. На сайте нашей кафедры есть определение медиаобразования, я сейчас его прочту. Медиаобразование — это процесс приобщения человека к знаниям об особенностях и закономерностях его существования в мире медиа и формирование широкого спектра медийно-информационных компетенций, позволяющих личности максимально полно и безопасно развиваться в информационном обществе при условии свободы самовыражения и сохранения критической автономии на основе гуманистических идеалов и ценностей. Вот. Я считаю, что это определение коррелирует с тем пониманием мудрости, вот, которое я представил, и вот такая трехступенчатая модель медиаобразования, практика, теоретические знания, мудрость, ну, если не будет полностью принята сегодня или впоследствии, то во всяком случае представляет интерес для обсуждения. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать в своем мини-докладе. И я хотел бы передать слово уважаемой Наталье Ивановне. Уважаемые коллеги, в своем мини-докладе я бы хотела поделиться результатами исследований нашего коллектива и опытом экспериментальной, практической работы в реальных библиотеках, в реальных школах, колледжах и вузах по формированию медийно-информационной грамотности и информационной культуры личности. У вас, конечно, может возникнуть вопрос, почему провинциальный вуз занимается этой проблематикой и вообще откуда основание? Есть ли у нас моральное право, так сказать, рассказывать о своем опыте, насколько он представляет интерес? Но дело в том, что начиная с 2000 года наш НИИ информационных технологий социальной сферы, так мы называемся в Кемеровском институте культуры, возник он благодаря деятельности Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», который, как известно, возглавляет все годы бессменный Евгений Иванович Кузьмин. И вот с этого времени, то есть уже 17 лет, мы ведем работу как в рамках этой программы, так и выполняем комплекс исследований по смежной тематике. Поэтому позвольте мне представить для экономии ваших интеллектуальных усилий презентацию, которую впоследствии можете скачать по ссылке, мы ее разместим, с тем, чтобы я могла познакомить вас с нашим подходом к организации образования в сфере медийно-информационной грамотности и информационной культуры личности. Я начну с того, что формулирую на экране, вы видите три основных тезиса, которые, с моей точки зрения, позволяют обосновать магистерскую программу медиаобразования в библиотечной сфере. Потому что это потребуется готовить специальный документ для Министерства образования. И к числу таких тезисов относятся следующие. Проведенное нами исследование показало, что, во-первых, в Российской Федерации, в России имеется большой научный задел как в сфере отечественного медиаобразования и отдельной информационной подготовки грамот. Во-вторых, накоплен огромный опыт в наших отечественных библиотеках. Правда, сразу скажем, что этот опыт разрознен, не подвергался обобщению, но тем не менее опыт работы библиотек по медиаобразованию и информационной подготовки в широком смысле есть, и он очень ценный. И третий тезис, который я уже упомянула во вступительном слове, это качественно новый уровень реализации образовательной функции библиотек в условиях информационного общества. То есть обучение граждан в широком смысле, разных категорий граждан, это и дети, учащаяся молодежь, это и люди третьего возраста, это и люди с ограничениями здоровья, то есть это самый широкий круг лиц. Обучение их медийно-информационной грамотности в целях содействия
обеспечения их информационной безопасности и развития общей информационной культуры личности. На экране перед вами вот эти два основных направления деятельности того коллектива, который я возглавляю. То есть более 15 лет мы работаем и в ИФЛА, и в ЮНЕСКО. Участвуем, вы видите, направление понятное. Я особо обращаю внимание на огромную важность для нас, как исследователей, вот этой непосредственной работы в постоянных комитетах ИФЛА, вы видите, в том числе в специализированном комитете по информационной грамотности, а также работу в программе ЮНЕСКО «Информация для всех». Я с большим удовольствием, когда читала анкеты, ответы наших участников вебинара, увидела, что от Москвы до самых до окраин, там на Сахалине и на Камчатке, люди знают о работе Российского комитета программы ЮНЕСКО, и это очень важно. Дальше нам довелось участвовать в исследованиях ЮНЕСКО по их специализированному заказу, о чем я скажу. И совершенно особое направление деятельности, которое дало совершенно уникальные с нашей точки зрения результаты для нас, это возможность работать в качестве тренера-тренеров, тренера ЮНЕСКО по обучению медийно-информационной грамотности. Вот надо сказать, что в рамках недели медийно-информационной грамотности у нас состоялся чрезвычайно интересный вебинар с представительством ЮНЕСКО в Ташкенте, в Узбекистане и с Национальной библиотекой Узбекистана. Вот это все реальная работа, которая была связана во многом с реализации в России, с продвижением в России идей учебной программы ЮНЕСКО. На экране перед вами хорошо известное издание, оно также упоминается в ваших анкетах. И дело в том, что мне довелось наряду с профессором Карканосенко из Санкт-Петербургского государственного университета выступать в качестве научных редакторов русского перевода. Вот отсюда мое глубокое погружение и погружение моих сотрудников в текст этой программы и в анализ ее как сильных, так и слабых сторон. И сразу же погружение в проблематику. Вам хорошо известна идея, которую высказала ЮНЕСКО. Вы хорошо знаете, что долгие годы ИФЛА и ЮНЕСКО работали независимо. ИФЛА занималась проблемами информационной грамотности, ЮНЕСКО исключительно медиаобразованием, медиаграмотности. Ну, начиная примерно с 2010 года, с совещаний в Бангкоке, с рабочих встреч крупнейших мировых экспертов, у которых мне довелось быть, вот стала обсуждаться идея медийной информационной грамотности, то есть появление некого интегративного понятия. Но это легко сказать, но трудно сделать. Посмотрите, на экране 12 видов грамотности, которые, как говорится в программе ЮНЕСКО, в виде зонтичного термина покрывает собой термин или понятие медийная информационная грамотность. И перед нами, вот как перед научным коллективом, стал вопрос, а как на практике можно вот эту медийно-информационную грамотность транслировать, обучать? Это совершенно самостоятельная научная задача, во-первых. А во-вторых, вторая, так сказать, сторона этой медали, возник вопрос, как адаптировать то, что предложили международные эксперты для России, а потом мы еще решали задачу для Узбекистана. Вот эти идеи пришлось осмыслить, когда мы выполняли специально по заказу сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО исследования. Мы участвовали во всемирном исследовании, где вы видите, были представители Китая, Мексики, США. И по заказу ЮНЕСКО мне довелось выполнять исследование, которое так называется, на экране вы его видите. Оно было опубликовано и есть, находится на соответствующей ссылке на ЮНЕСКО по-английски. И вот вовлеченность в эту работу и как бы взаимодействие с крупнейшими мировыми специалистами в области медиа-информационной грамотности, конечно, заставило нас не ограничиваться 2013 годом, и мы уже для себя решили проводить вот этот мониторинг, продолжить это исследование о том, что медиа-информационная грамотность, в каком они соотношении, каким образом интегрировать это понятие. В результате мы провели исследование, результаты которого опубликованы, перед вами вот обложка монографии, и вы видите на экране, что в этой монографии цель анализа представлена, вы видите, и объекты анализа. То есть за 25 лет, с 90-го года по 2015-й, мы тщательно проанализировали, что, каков теоретический задел в России в части медиаобразования
И то, что мы назвали широким таким понятием информационная подготовка, понимая под ней и библиотечно-библиографическую грамотность, и информационную культуру, и интернет-грамотность, то есть все, что связано с переработкой информации. Был изучен огромный массив публикаций. В результате мы сейчас перелистаем, что мы получили. Ну, во-первых, мы получили, вы видите, начинку как бы этой монографии. У нас получилось полное представление о том, каков научный задел теории информационной подготовки и медиаобразования на основе анализа не отдельных публикаций, не отдельных научных школ, а документальных потоков, документных, правильно говорить, потоков, вот за 25 лет. И эти потоки брались как в традиционном виде, так, конечно, изучались и электронные ресурсы. Что же это дало, какую, так сказать, возможность? В результате появилась возможность обобщить накопленный в России, в нашей стране, опыт разных социальных институтов, а именно библиотек, образовательных организаций, профессиональных ассоциаций и общественных организаций по медиаобразованию и по информационной подготовке. Вот это мы считаем, было бы очень важным учесть при разработке магистерской программы с тем, чтобы можно было опираться на некоторые теоретические достижения, которые есть в России. Но анализ показал, что у нас пока взаимодействие в этой сфере очень такое слабое, и это целое направление в будущем деятельности. Отдельная глава освещает вот эту новый подход ЮНЕСКО и ФЛА по интеграции медиа и информационной грамотности и характеризует программу ЮНЕСКО. Ну и, конечно, отдельно мы уделили внимание тому направлению, в котором попытались интегрировать медийную информационную грамотность. Перед вами направление многолетних исследований нашего НИИ, и в частности в параграфе 5.4 показывается, каким образом мы решали эту научную проблему и что у нас в результате получилось. Но об этом скажу немножечко позже. Особо хотела обратить внимание библиотечных работников, которые хорошо понимают значимость документной базы, источниковой базы, что в этой книге есть огромные перечни, вот списки литературы по различным видам изданий, в том числе диссертаций, книг, статей, перечень конференций. И вот поскольку при подготовке вебинара была высказана идея Юрием Юрьевичем о необходимости создания рекомендательного указателя по медийной информационной грамотности, ну мы надеемся, что и наши наработки здесь могут быть полезны. А теперь о сути, о практике. Что же удалось нам что-то сделать на практике? Вот изучивший мировой, отечественный опыт, базируясь на программе ЮНЕСКО по медийной информационной грамотности, мы решили создать комплекс пособий, и благодаря такой нашей профессиональной организации, как РШБА, или она сейчас называется Ассоциация школьных библиотек русского мира, мы издали уже комплекс пособий, который основан на вот этой идее интеграции медийного компонента с тем, что традиционно изучали в области информационной подготовки. Все наши учебные комплексы, а мы уже сделали комплексы, начиная в книге идут 1, 2, 3, 4, 5, 7 класс, но и сейчас заканчивается до полностью общеобразовательная школа, то есть и 8, 9, 10, 11. Мы сделали их по единой схеме, то есть каждый учебный комплекс включает программу, полные тексты уроков, контрольные измерительные материалы, то есть тестовые задания, с помощью которых можно замерить уровень подготовки школьников на входе и на выходе, глоссарий, не противоречивый, а специально адаптированный под соответствующий возраст, и списки литературы. Мы понимаем, сколь заняты библиотекари и учителя, поэтому мы старались сделать максимально готовый к использованию материал, и каждый текст урока сопровождается электронной, мультимедийной электронной презентацией. Теперь я поясню вот наш подход, каким образом мы пытались интегрировать медиакомпонент. В нашем курсе 4 раздела, и каждый раздел мы дополнили. Дополнили, например, если первый раздел, это нужно дать представление человеку о всем многообразии мира информации современной, в том числе медиаресурсы. Второй раздел – как искать информацию, в том числе звуковую, видео, то есть и особенности вот
поиска медиа-информации, в отличие от документальной, фактографической, концептографической и других видов, которым традиционно обучают в информационной подготовке, в курсе информационной культуры. Аналитико-синтетическая переработка – это как бы ядро, сердцевина этого курса, потому что особенно важно научить анализировать, критически оценивать найденную информацию. И проблема оценки медиатекстов, критического анализа – это особая задача. И, конечно, весь курс строится не просто для того, чтобы знания ради знаний, а с тем, чтобы дать в руки учащегося инструмент, позволяющий готовить самостоятельные информационные и медиапродукты. Я в мини-докладе не имею возможности комментировать каждый раздел, я просто перелистываю, чтобы вы на уровне ключевых слов видели, что наш исходный курс «Основы информационной культуры личности» после освоения вот программы ЮНЕСКО для учителей по медийной информационной грамотности обогатился, дополнился вот этим медиакомпонентом, и каждый раздел буквально потребовал от нас освоить, адаптировать и изложить соответствующим образом для учащихся вот эти полезные сведения. Последний слайд моей презентации, для того, чтобы снять вопросы о том, где подробно почитать, как получить эти документы, содержит полезные ссылки. Ну, в частности, я очень признательна редакции журнала «Медиа, информация, коммуникация», электронный журнал, хорошо вам известный, который редактирует Ирина Владимировна Жилавская. Они мгновенно взяли для публикации статью, где вот наши подходы излагаются, подробный подход излагается, и там же есть уже список литературы, отсылающий к тому, что, так сказать, делают библиотекари в этой сфере. Отдельно выделен блок наших пособий с Еленой Витальевной Косолаповой для школьников, где реализован подход вот к такому интегративному видео медийной информационной грамотности. И еще отсылка к монографии, которую я упоминала, которую также вы можете с ней познакомиться. Вот, собственно, основные положения, которые я хотела бы сказать. И если будут вопросы, я готова к контактам. Я сейчас убираю презентацию. Сейчас скоро вы получите ссылку на нее и ссылку на все контакты. И я буду рада в дальнейшем ответить на возникшие вопросы, если у вас они будут, и вообще уже общаться в деловом режиме. А теперь позвольте мне предоставить слово другому следующему докладчику из Кемерово. Это моя ученица, моя бывшая студентка и аспирантка, а ныне научный сотрудник, кандидат педагогических наук Елена Витальевна Косолапова, которая является соавтором множества вот этих, не множества, а всего трех пока, а будет пяти учебных пособий. И я еще должна сказать, что она отвечает у нас, она расскажет об интересном практическом опыте работы реальной с библиотекарями, библиотекарями-практиками в регионе, каким образом уже сейчас, не дожидаясь, пока появятся специальные образовательные программы, можно повышать уровень наших библиотекарей-практиков в области медийной информационной грамотности. Пожалуйста, Елена. Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте подробно охарактеризовать структуру курса «Основы медиаграмотности школьника», который предназначен для подготовки будущих библиотекарей. Данный курс разработан в 2015 году. Он предназначен для бакалавра заочного отделения направления подготовки библиотечной информационной деятельности по профилю подготовки библиотечно-педагогическое сопровождение школьного образования. Цель курса – это развитие целостного представления о роли и месте средств массовой информации в жизни современного общества, формирование умений самостоятельного отбора критического анализа информации, поступающей по различным каналам СМИ, выработка умений самостоятельного создания медиатекстов, освоение технологий формирования медиаграмотности различных возрастных категорий школьников. Курс «Основы медиаграмотности школьников» относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла. Данный курс базируется на знаниях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Основы информационной культуры личности», «Методика преподавания информационной культуры», «Мультимедийные технологии», «Презентационная деятельность» и «Рекламоведение». В результате освоения курса студенты должны знать политико-технологический аппарат в сфере медиаграмотности и медиаобразования, нормативно-правовые документы в сфере медиаграмотности, функции, классификацию и свойства медиатекстов,
особенности методики преподавания основ медиаграмотности, принципы и технологии обучения различных категорий школьников. Студенты в результате обучения по курсу должны уметь ориентироваться в современных концепциях медиаграмотности и медиаобразования, реализовать дифференцированный подход к формированию медиаграмотности школьников, применять методы диагностики медиаграмотности различных категорий пользователей, организовывать обучение и управлять развитием основ медиаграмотности у конкретных школьников. Студенты должны владеть профессиональной терминологией в сфере медиаобразования и медиаграмотности, методами, формами и средствами формирования медиаграмотности школьников, способностью аргументировать необходимость специального обучения основам медиаграмотности пользователей как целенаправленного и организованного процесса, владеть технологией обучения школьников критическому анализу различных видов медиатекстов, технологии подготовки медиапродуктов на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Курс «Основы медиаграмотности школьников» состоит из трех разделов. Первый раздел, который называется «Медиаграмотность школьников в контексте формирования современной информационно-коммуникационной среды», предусматривает знакомство студентов с основными понятиями в области медиаобразования, рассмотрение связи медиаграмотности с информационной культурой личности, изучение нормативных и правовых документов в сфере медиаобразования и медиаграмотности, в том числе знакомство с международной концепцией медийной информационной грамотности ЮНЕСКО и ее представление в учебной программе ЮНЕСКО по медиаинформационной грамотности для учителей. Второй раздел, который называется «Медиатекст как элемент современной информационно-коммуникационной и образовательной среды», включает информацию о каналах средств массовой информации, структуре и особенностях медиатекста, его свойствах и признаках, видах медиатекста с различным основанием деления, выразительных особенностях медиаязыка, роли подтекста и символов в медиатексте, символики цвета, формы линий, шрифта, выразительных особенностях видеоряда, музыки, шумов, интонации речи. В процессе изучения данного раздела студенты учатся декодировать медиаинформацию, осваивать алгоритмы критического анализа медиатекстов различных видов и жанров. Третий раздел курса «Методика проведения медиаобразовательных занятий» содержит сведения о методике обучения медиаграмотности учащихся различных классов школы в соответствии с их возрастными психофизиологическими особенностями. В ходе освоения данного раздела курса студенты учатся правильно подбирать медиатексты для анализа на уроках с конкретной возрастной категорией учащихся. Так, на уроках по декодированию и критическому анализу медиатекстов для учащихся младшего школьного возраста предлагается использовать художественные медиатексты, в частности, мультфильмы. Для учащихся среднего школьного возраста предлагается использовать рекламные медиатексты, а для учащихся старшего школьного возраста – информационные медиатексты, как объект критического анализа. В результате освоения курса в качестве итоговой работы студентам предлагается разработать урок по критическому анализу медиатекста для определенного класса начальной, средней или старшей школы. Содержание разработанного нами курса «Основы медиаграмотности школьников» мы активно используем не только для подготовки будущих библиотекарей, но и с целью повышения квалификации библиотекарей Кемеровской области. Эту работу мы ведем в тесном взаимодействии, во-первых, с нашим Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования, во-вторых, с муниципальной информационно-библиотечной системой города Кемерово. Для повышения квалификации библиотекарей Кемеровской области в сфере медийной информационной грамотности и информационной культуры нам используются самые разнообразные формы. Это и специализированные консультации, научно-практические семинары и вебинары, мастер-классы, и стал тренинги тренеров для библиотекарей. Так, в 2015 году мы проводили консультацию для школьных библиотекарей региона, посвященной медиатексту как объекту анализа, объекту изучения и средству обучения основам информационной культуры личности младших школьников, особенностям расширенного поиска информации в интернете, критическому анализу художественного медиатекста на примере мультфильма «Маша и медведь» для младших школьников. Также проводились мастер-классы для библиотекарей, школьных и муниципальных библиотек города Кемерово, посвященные технологии подготовки мультимедийных информационных продуктов. Ежегодно совместно с муниципальной информационно-библиотечной системой города Кемерово
Наш НИИ организует научно-практические семинары для библиотекарей школьных и муниципальных библиотек, посвященные формированию информационной культуры личности и медийно-информационной грамотности. Так, совсем недавно, 25 октября 2017 года, в рамках Всемирной недели медийно-информационной грамотности под эгидой ЮНЕСКО, мы провели научно-практический семинар для библиотекарей школьных и детских библиотек города Кемерово по теме «Информационно-поисковый квест как новая форма организации и контроля и проверки знания в сфере медийно-информационной грамотности». Разработанный нами информационно-поисковый квест существенно активизировал и оживил работу семинара. В целом, работа в системе повышения квалификации библиотекарей региона является для нас, сотрудников НИИ, действенной формой обратной связи, которая позволяет выявить болевые точки и актуальные проблемы. Эта работа стимулирует проведение новых научных исследований и разработок. Уважаемые коллеги, благодарю. Я завершила свое сообщение и передаю слово следующему докладчику. Спасибо. Юрий Николаевич, я хотел бы объявить докладчика. Да, конечно, конечно, пожалуйста. Да, хотел бы объявить докладчика. Уважаемые коллеги, ну, прежде всего, хочу поблагодарить Наталью Ивановну и Елену Витальевну за их замечательное выступление. И сейчас я передаю слово Александру Вячеславовичу Шарикову. Это кандидат педагогических наук, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, город Москва. Его доклад называется «Обобщенная модель медийно-информационной грамотности». Да. Коллеги, добрый день. Очень приятно, что у нас такое мероприятие сегодня ставилось. Очень много мы потратили на это сил и времени. И спасибо Юрию Юрьевичу, Юрию Николаевичу за то, что все это состоялось. Мое сообщение называется «Обобщенная модель медийно-информационной грамотности». И здесь я выступаю как теоретик. И я уже давно достаточно занимаюсь этими вопросами, примерно 30 лет, так скажем, уже даже больше. Вот. И за эти годы мне удалось, ну, в общем, кое-что понять в этой сфере. Вот перед вами модель, которую я уже демонстрировал на некоторых конференциях. Здесь важно понять следующее. Когда мы говорим о медийно-информационной грамотности, если мы хотим рассмотреть это серьезно, теоретически, мы должны учитывать по меньшей мере три принципа. Принцип развития, принцип системности и взаимосвязи внутри системной и межсистемной, так скажем. И третий принцип – это принцип полноты рассмотрения. Вот, на мой взгляд, все работы, большинство, так скажем, может быть, не все, они не соответствовали хотя бы одному из этих принципов. Вот все три эти принципа объединить довольно-таки трудно. Вот, и если мы рассмотрим в развитии этот вопрос, что мы можем увидеть? Здесь вот, то есть времени, 1450 год, я думаю, что всем эта цифра понятна, это начало книгопечатания, хотя до книгопечатания существовала письменная культура, письменная грамотность, культура чтения, в каком-то виде она уже была. Вот, но начиная примерно с середины 19 века, начались у нас процессы, которые привели к формированию современной медиасферы. Фотография, звукозапись, кинематограф, радиовещание, все достижения вот 19-го, начала 20 века. И так постепенно, да, нужно сюда еще добавить возникновение первых попыток кинограмотности, визуальной грамотности. Так сложилось то, что называется аудиовизуальной культурой. И переломный момент, когда мы стали говорить о медиаграмотности, медиакультуре, это 60-е годы. С чем это связано, я хочу сказать? Это связано с появлением телевизоров в домах. То есть вот эта аудиовизуальная культура пришла в каждую семью. Ну вот, а зеленым цветом на этой картинке помечено то, что мы уже относим к цифровой компоненте, включая информационную грамотность, как развитие вот этой идеи. Ну, многие так считают, хотя, может быть, можно проследить. Может быть. Итак, если мы вернемся к понятию медийно-информационная грамотность, оно состоит из двух компонентов. Медийная и информационная. Да, вот медийная грамотность, она возникла как раз на где-то в 60-е годы, на рубеже 60-70-х годов. И связано с тем, что в быт ворвались
приемники, которые привнесли довольно-таки много проблем. Вот какие-то были проблемы. На экране оказалось немало агрессии, немало эротики, немало всяких вещей, катастроф. Есть проблемы с подачей информации и так далее. И из года в год это только усиливалось. Сейчас мы это продолжаем наблюдать, усиление этого процесса. И вот возникло педагогическое движение, которое ставило вопрос о том вообще, что с этим делать, как спасать население. Вот. И вот здесь я вернусь опять к идее развития, потому что развитие нормальное, да, может происходить в каком-то виде, да, но есть что-то угрожающее этому развитию, есть что-то способствующее этому развитию. То есть возможности, есть угрозы. Так вот. И вот как раз медиаобразование, медиаграмотность, она возникла как попытка снять угрозы, бороться с угрозами и опасностями, исходящими от, прежде всего, экранных средств, хотя не только. Но вот экранные средства, они как-то усилили вот это направление. Вот. И просто напомню исторический факт. Одна из первых книг, возможно, самая первая, она появилась в 1974 году, где слово «медиаграмотность» фигурировало. ЮНЕСКО стала этим активно заниматься и продолжает, как мы знаем, тоже активно заниматься. У нас есть замечательные проекты, информация для всех ЮНЕСКО. Теперь, что такое информационная грамотность? Здесь есть фигура, которая ввела этот термин, называют Пола Зурковски. В 1974 году во время одного из своих выступлений он вбросил вот этот, ну, как метафору скорее, не был еще термин определенный. Вот это президент Ассоциации информационной промышленности США. И быстро это было подхвачено прежде всего библиотечным сообществом. Американская библиотечная ассоциация начала над этим работать и уже в 89 году дала определение, официально признано определение информационной грамотности. Медиаобразование, медиаграмотность были сформулированы еще в рамках ЮНЕСКО в 70-х, в начале 70-х годов. Вот. Я не буду долго останавливаться на этом понятии, потому что оно уже трансформировалось за это время. Но вот было очень много моделей. Вот модель SCONUL, «Семь столпов информационной грамотности», например, известна, который предложил Общество библиотек Колледжа национальных университетских библиотек США. И есть модель Альберта Букхорста, это голландский профессор из Амстердамского университета, которого мы все знаем, ну, кто этим занимается. Он неоднократно приезжал в Россию, последний раз в прошлом году на конференцию в Ханты-Мансийске, которая была организована, опять-таки, информацией для всех ЮНЕСКО, благодаря Евгению Ивановичу Кузьмину. И вот он дает очень простую схему. Обращаем внимание, что если медийная грамотность, она была построена на идее защиты от угроз, то информационная грамотность, она прагматична, она работает с некими навыками и потребностями. То есть вот это вот две совершенно разные сферы. То есть здесь рассматривается как раз вот логика идеи развития возможностей, а в логике медийная грамотность, она рассматривается в логике защиты от угроз. Вот это принципиально важно понять для того, чтобы выстраивать вот всю эту концепцию. Но что я хочу сказать? Теперь обратимся к принципу системности и двум принципам, и полноты. Вот ваш покорный слуга имел честь участвовать в одном очень интересном проекте по созданию модели цифровой грамотности. Но я хочу сразу говорить, цифровая грамотность – это разновидность медиаинформационной грамотности. Там нет принципиально ничего такого, чтобы не входило вот в предыдущие две компоненты. Почему? Потому что огромное количество подходов, огромное количество работ, которые на эту тему существуют, они часто игнорировали одну простую вещь. А вещь, которую мне удалось понять еще примерно 30 лет назад, повторюсь. Значит, вещь состоит в следующем, что грамотность возникает как потребность социальная, идущая от общества, в том числе от той части общества, которая занимается производством, занимается развитием экономическим, технологическим и так далее. И вот кейс наш состоял в том, что сообщество интернет-бизнеса, так скажем, оно вдруг осознало, что если не будет развития цифровой грамотности, то есть если не будет население повышать свою вот эту грамотность,
не очень понимали они, что это такое, и поэтому обратились в Высшую школу экономики с просьбой, чтобы мы провели это исследование. То не будет и их собственного развития, не будет их бизнес развиваться, не будет технологии развиваться. То есть без обучения населения, пользователей каким-то вот этим элементом ничего не состоится. И вот отсюда возникает еще одна позиция, это технико-технологическая социогуманитарная, которая интуитивно было понятно, но на уровне формирования медиаграмотности технико-технологическая или инженерно-технологическая компонента, она как-то слабо осознавалась. Да? В основном это была гуманитарная сфера. И вот, наконец, последний слайд, где представлена та самая модель, которую я вынес заголовок. Она здесь обозначена как четырехфакторная модель цифровой грамотности. Я не стал менять это название, потому что это название из наших документов по этому проекту. И там достаточно много уже публикаций вышло. Но, с моей точки зрения, она же является и обобщающей моделью для медийной информационной грамотности, где цифровая компонента неявно туда входит. Вот. Вот очень кратко по этой схеме я пройдусь и на этом завершу. Итак, у нас есть ось вертикальная, которая как раз относится к идее развития, где есть возможность, есть угрозы. Что-то нам мешает, что-то нам помогает. И есть две стороны. Одна чисто инженерно-техническая, другая социогуманитарная. Вот с технико-технологической компонентой ваш покорный слуга столкнулся сегодня в 9.15 примерно, да, мы начали эти эксперименты. Я не люблю Skype, никогда им не пользовался раньше. Так вот. Для меня это было, вызов некий. Да, вот мне надо было за 15 минут освоить вот эту вот технологию. Вот я справился с этим. Да, конечно, без помощи там Юрия Николаевича это не произошло бы, но, тем не менее, мы общими усилиями одолели вот эту вещь и открылись новые возможности. И вот такие возможности в большом количестве открываются, если вот этим направлением пользоваться. Да, есть технические угрозы, то есть может какой-то вирус попасть, там еще что-то и так далее. Не буду долго на эту тему распространяться, но это очень важная компонента, без которой не состоится ничего другого. Вот если бы я не справился за эти там 15-20 минут, то я бы и не выступал сейчас. Вот. А сообщество как педагогическое, так и библиотечное, и не только, в основном ориентировано в социокоммуникативную сферу. Здесь у нас есть как содержательно-коммуникативные возможности развития, креативных возможностей развития информационных, возможности в поиске информации, хранения, организации и так далее. Также есть угрозы, безопасность, ответственность. Здесь мы попадаем в зону, которая напрямую связана с проблемами этики, морали, нравственности. Можно, так сказать, весь этот кластер описывать. Но вот этот этический аспект, он все более и более значим становится. Вот. И поэтому, мне кажется, когда мы выстраиваем программы образовательные, когда мы выстраиваем деятельность, связанную с медийной информационной грамотностью, мы должны учитывать вот все вот эти компоненты, то есть учитывать, как вот связано с развитием, как то, что связано с системным видением и с полнотой, включая вот то, о чем я рассказал. Спасибо. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, слышно меня, да, Юрий Николаевич? Уважаемые коллеги, формат нашей работы не предполагает вопросов к докладчикам в силу ограниченности времени, но так или иначе вопросы или как ваши отношения вы можете выразить в своих пятиминутных выступлениях. И мы переходим к следующему блоку нашей работы. Пятиминутные выступления со всей нашей страны, с востока на запад. И мы начнем с островов утренней зари, Южно-Сахалинск. Пожалуйста, Валентина Аврамовна Малышева, директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Хочу поприветствовать всех участников этого замечательного мероприятия и выразить просто благодарность всем тем, кто выступал до меня. Потому что, конечно же, как бы мы ни говорили о какой-то практической деятельности библиотек, естественно, все должно начинаться с того, чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь. И без таких замечательных
теоретиков, которых мы здесь услышали, и Наталья Ивановна, и Александр Вячеславович, и Елена Витальевна. Это, конечно, все замечательно. Но, уважаемые коллеги, главным образом мы с вами сейчас говорим именно о воспитании, так сказать, там культуры чтения, информационной грамотности и так далее у наших, допустим, сотрудников, главным образом у наших читателей. Вы знаете, действительно, на самом деле, наверное, многие библиотеки, и наша библиотека в том числе, давно уже занимаются этой работой. Мы, по крайней мере, занимаемся ее очень вплотную с 2009 года. И ежегодно мы проводим вот разнообразные курсы для разных групп пользователей. Вот, и не только сами, а в последнее время мы еще и привлекаем специалистов различного профиля, которые бы могли более, может быть, грамотно рассказать о том, как пользоваться теми или иными там услугами уже и других учреждений, в том числе не только там библиотек, а научить, допустим, наших пожилых людей уже как получить госуслуги и так далее. То есть мы постепенно вот эту грамотность распространяем уже и на получение услуг не только библиотек, а вообще всего того, с чем сейчас может столкнуться человек в своей вот обыденной жизни. Но меня волнует вот другая проблема, хотя вот это очень важное, все это замечательно, о чем здесь говорилось, и можно только все это приветствовать, и ждем этих разработанных уже каких-то программ, и мы с удовольствием будем в этом участвовать. Но меня волнует еще и другое, понимаете? Мне кажется, что все-таки нам не хватает вот стратегии развития библиотек в новой коммуникационной среде. И, на мой взгляд, здесь еще очень важно, чтобы вот сотрудники, которых будут готовить, да, вот специалистов новой формации, о которых мы сейчас говорим, все-таки, чтобы они все-таки умели создавать плюс ко всему медиапродукты, чтобы мы могли уже удерживать внимание в медиапространстве наших пользователей, вовлечение их как-то вот в нашу среду и обязательно удержание их внимания. Потому что, мне кажется, вот здесь это тоже ведь одна из самых вот таких вот главных задач. Пока вот приходится констатировать, что в основном мы свои какие-то традиционные библиотечные формы работы, да, в продвижении книги. Вот у нас сейчас состоялась тоже конференция чтения в медийной среде. И главным образом смотрим, что мы пытаемся, что-то много делается, и посмотрели, что библиотеки другие делают. Но это в основном какие-то свои традиционные, может быть, вот, методы работы. Мы что-то там меняем, делаем там какие-то презентации, чем-то там наполняем. И это все-таки, на мой взгляд, не совсем те медиапродукты, которые уже сейчас должна делать библиотека. Понимаете, вот хотелось бы, чтобы помимо того, вот информационной грамотности, это очень важно, потому что неважно, есть ли в библиотеке Wi-Fi, есть ли доступ в интернет, если пользователи неграмотные, не могут этим всем воспользоваться. И главное ведь для библиотеки сейчас даже не наличие книг, сколько там у нее их находится, да, и не наличие доступа в интернет. А ведь самое главное, могут ли, научили ли мы пользователей пользоваться, извлекать знания какие-то из всего того многообразия информационных ресурсов, которые можем их предоставить. Но это одна сторона проблемы. А вторая, еще раз хочу подчеркнуть, это, что все-таки создание своих собственных медиапроектов. Потому что, посмотрите, все равно сейчас нас обгоняют наши же собственные читатели. Они это гораздо умеют делать лучше. Вот, и мы пытаемся тоже как-то с ними сотрудничать. Все-таки, я думаю, вот специалисты должны уметь это делать. Хотелось бы обратить внимание тех все-таки специалистов, которые будут работать над этой программой по подготовке вот специалистов в области медиа. Вот
какой-то степени, не знаю, права или нет, хотелось бы потом, может быть, уже как-то, может быть, списаться, может быть, как-то обсудить это все. Но в какой-то степени для меня это как библиотечный журналист, если так можно сказать, как человек, который умеет уже говорить с молодежью на одном языке, именно используя вот все те механизмы, которые уже владеют наши читатели, понимаете? Мы, к сожалению, библиотечные сотрудники, работники, мы отстаем. И в какой-то степени вот, вот наша библиотека ждет, в том числе. Хотя мы пытаемся, мы стараемся, мы, естественно, находить эти все пути, но хотелось бы, чтобы все-таки вот были названы, было такое названо слово «системность». Это очень важно, чтобы мы получили какую-то определенную систему, чтобы мы видели вообще, как развиваются библиотеки в этой медиасреде. Вот стратегии развития, на что обращать внимание, что в первую очередь мы должны преследовать. И все-таки, я думаю, одним из направлений вот этой стратегии — это все-таки создание в том числе и конкурентоспособных своих медиапродуктов. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Аврамовна. Очень, очень приятно. Наш прошлый разговор 2 недели назад очень много мне дал для понимания того, в какую сторону двигаться. Я это понял так, что сама библиотека должна становиться субъектом медиа. Все средства для этого... Все средства для этого уже есть, только нужна смелость и, я бы даже сказал, сильнее дерзость. Дерзость, вот себя подавать как медиа, не как вспомогательную организацию в системе социальных коммуникаций, которая предоставляет доступ к чему-то, а как субъект медиа. Хорошо, но мы уже не будем переходить в режим дискуссии, и я даю слово Станиславу Георгиевичу Германцеву, заведующий сектором по связям с общественностью Центральной городской библиотеки Петропавловска-Камчатского. Да. Приятно, что приветствовать вас на нашем вебинаре. Прошу простить со мной голос и качество связи. Не так давно Юрий Юрьевич прислал мне несколько вопросов по поводу медиаобразования. Я конспектно набросал несколько мыслей, на каждой из них, может быть, они покажутся несколько сумбурными, но прошу судить строго, что было, то написал. Первый вопрос, какие основания и принципы нужно заложить в магистерскую программу медиаобразования? Если я не буду оригинальным, скорее всего, не скажу ничего нового. Медиаобразование в мире интернет-технологий необходимо. По сути, в руках у каждого человека оказался некий инструмент влияния и формирования общественного мнения. Если в прошлом имидж организации во многом определялся сверху, то на сегодняшний день каждая структура, в том числе и библиотеки, имеет возможность самостоятельно представлять себя выходом в свете в информационном пространстве. Базовые принципы медиаобразования просто включить уважение высокой культуры, а также морально здоровые и приемлемые нормы поведения. Академическая универсальность, широта мышления и принятие иных культур и образов мыслей тоже должны воспитываться, если будущий магистр будет работать на международном уровне. Медиа не отражают сложную и многообразную реальность, а переосмысляют ее, представляют ее в несколько иных ипостасях, в более упрощенных ракурсах, выходных заказчику, в данном случае библиотеке. Без учета этого принципа полноценное медиаобразование, на мой взгляд, невозможно. Следующий вопрос звучал так. Что необходимо сделать, чтобы медиаобразование в библиотечной сфере было действительно полезно для отрасли? Для себя я ответил следующим образом. Во-первых, должно быть переосмысление библиотекарями своего места в новом информационном мире. Во-вторых, это выработка для библиотекарей понимания законов современного информационного пространства. К сожалению, мы очень часто забываем, и у нас основная привязка идет к
книгам и печатной продукции, но не к электронным вариантам и хорошей качественной цифровой информации. И третье, желание предоставлять и продвигать библиотекарями свой продукт и деятельность среди широких слоев общества. К сожалению, это тоже очень большая проблема, как его продвинуть, именно качественный продукт. В чем состоит, третий вопрос, в чем состоит заказ самой отрасли? Библиотечная отрасль России достаточно разношерстная, неоднородна и разрознена. Поэтому, на мой взгляд, говорить о каком-либо заказе библиотечной отрасли в целом очень сложно. Крупные передовые библиотеки нашей страны самостоятельно формируют свою информационную политику, налаживая связи с общественностью и государственными институтами. Они активно работают в медиапространстве, сотрудничая с разного рода СМИ, как классическими, так и с интернет-изданиями. На мой взгляд, социальные сети – один из самых простых способов заявить о себе миру. Странички в социальных сетях имеют многие библиотеки. Благо, это доступно, бесплатно. Ее ведение не слишком занимает много времени. В то же время плохая техническая оснащенность наших библиотек страны, отсутствие доступа к скоростному интернету и отсутствие по многим причинам качественных информационных поводов сводит интернет-активность к обычным заметкам с картинками, что нам не добавляет популярности. В этом случае библиотеки делают себе некую антирекламу и отталкивают значительную часть потенциальных посетителей или читателей библиотеки. Заказ отрасли может быть сформирован, если в разной степени будут учитываться потребности библиотек разного уровня. В идеале от сельских до федеральных. Я думаю, что будущая магистерская программа будет рассчитана преимущественно на крупные библиотеки, так как именно там можно реализовать и развить все потенции выпущенного магистра. Как ни парадоксально, именно консолидировать библиотечное сообщество страны, а затем сформировать заказ библиотечного сообщества в целом, это и может быть одной из сверхзадач библиотечного медиаобразования. У меня все. Большое спасибо, что слушали меня. Спасибо большое, Станислав. Я сегодня глубоко задумался еще раз об этой проблеме, когда получил ночью ваш ответ. Мне не все понятно, в частности, я не понял момент с антирекламой, когда библиотеки используют социальные сети. Но давайте я спрошу уже у вас лично это. Вот. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго и продолжайте смотреть нашу трансляцию. Да, уважаемые коллеги, мы продолжаем. Я передаю слово Екатерине Александровне Кучмуруковой. Сейчас я загляну. Кандидат исторических наук, декан гуманитарно-информационного факультета Восточно-Сибирского государственного института культуры. Город Улан-Удэ, Бурятия. Добрый день, добрый вечер, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас всех, участников вебинара. Очень приятно участвовать в вашем вебинаре и хотим поблагодарить основных докладчиков за очень содержательные и информативные сообщения по проблеме. Вообще тема нас очень заинтересовала, и мы с коллегами последние вот уже 2-3 недели бурно обсуждаем эти вопросы и перечитываем специальную литературу и общались очень мы подробно с Юрием Юрьевичем. И мы пришли к такому мнению, что сегодня у нас в библиотечном сообществе используется два толкования понятия медиаобразования в узком и широком понимании. В узком понимании очень часто специалисты используют термин медиаобразование или единая информационная грамотность как информационную культуру, как синоним этому термину, или как составная даже часть информационной культуры, информационной грамотности. И при этом в основном связывают этот термин с информационно-коммуникационными технологиями. В широком понимании, предыдущие ораторы уже очень подробно нам рассказали, что это такое и что стоит вкладывать в это понимание. То есть я тогда не буду останавливаться на этом вопросе, но мы как бы тоже
проработали этот вопрос и обозначили некоторые основные структурные компоненты, которые входят в разряд этих терминов. Наиболее часто в профессиональной печати мы встречали такие определения, как цифровая грамотность, компьютерная, интернет-грамотность, кино-телеграмотность, новостная и так далее. То есть таких терминов очень много, и, конечно, надо при формировании магистерской программы определиться, что мы складываем, либо мы рассматриваем всю полноту этих терминов, либо частично берем какие-то определенные моменты. Нам нравится более широкое понимание, поскольку мы считаем, что специалист библиотечной информационной сферы, он должен обладать именно универсальными знаниями по всем интересным параметрам и должен уметь достаточно многое. Если говорить вот о магистерской программе по медиаобразованию, то можно сказать, что сегодня уже положение подобной программы реализуется в рамках бакалавриата по направлению библиотечной информационной деятельности. В разных вузах она реализуется по-разному. Вот нам коллеги говорили о опыте Кемеровского государственного института культуры. У нас тоже есть свой небольшой опыт. У нас есть профиль информационно-аналитическая деятельность, где у нас студенты посредством профессиональных дисциплин тоже овладевают компетенциями в области и создания баз данных, и поиска информации, и использования ее, готовят информационно-аналитические продукты на основе анализа документального потока и электронных ресурсов и так далее. И мы как раз считаем, что выпускники вот этих профилей, они, в принципе, будут готовы обучаться дальше в рамках магистерской программы как раз-таки вот этого направления медиаобразования в библиотечной информационной сфере. Но здесь может возникнуть такая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Учитывая тенденцию последних лет, в магистратуру очень часто поступают выпускники без профильного базового образования. В частности, может получиться ситуация, что на эту программу придут люди, у которых не будет библиотечного образования. И их подготовка может свестись к тому, что они просто могут не понимать, о чем идет речь. То есть они не будут знать специфику библиотечной работы, и поэтому нам кажется, что вот если будет реализовываться в вашем вузе вот такая магистерская программа, то обязательно нужно это учесть и внести в учебные планы базовые какие-то наши профессиональные дисциплины, именно рассчитанные вот на таких людей, которые изначально получали какое-то другое образование. Мы считаем, что те знания и навыки, которые получатся в рамках этой магистерской программы, специалисты должны будут применять на любом участке своей работы. То есть неважно, где он работает, в отделе обслуживания или в комплектовании сидит, или он, предположим, проводит какие-то массовые мероприятия, то есть везде они понадобятся. И для этого мы считаем, что нужно вести такие дисциплины. Мы так просто накидали, то есть это для обсуждения. Предположим, медийные технологии в библиотечной информационной сфере или медиакультура библиотечного специалиста, основ журналистики, культурно-просветительская деятельность, например, методика создания текстов, печатных и веб-текстов, основы копирайтинга и так далее. Такие дисциплины, они могут реализоваться уже в рамках и бакалавриата, но, тем не менее, вот они создадут такую основу для того, чтобы подготовить будущих библиотечных специалистов уже непосредственно к практической деятельности. Мы уже говорили о том, что да, создание интересной этой программы, да, она может существовать, и будет она полезна. В принципе, эти специалисты, они будут востребованы с нашей точки зрения в работе библиотек. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Это очень ценный совет. Я не думал об этом, что учиться на магистерскую программу могут поступить люди, не имеющие базового библиотечного образования или практики работы в библиотеке. И, конечно, для них нужно заложить обязательно библиотечные дисциплины, какие-то базовые. И для тех, кто работает, тоже это не помешает. Вот это очень-очень... Очень ценный совет, спасибо, и я рассчитываю на ваше содействие в этом вопросе. Вот, спасибо большое, и мы переходим к следующему выступающему. Лариса Александровна Сулейманова, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова Сибирского.
Коллеги, всем, ну, по-нашему, добрый вечер, по-вашему, еще, наверное, день. Дело в том, что когда мы посмотрели уже ответы наших коллег на предложенные вопросы, понятно, что библиотекари такие библиотекари, все основательно, все так, как будто бы мы сами себе экзамен, вернее, аттестуемся на экзамене сами перед собой, как так мне показалось. Дело в том, что мне бы очень хотелось, когда наши коллеги из сферы профессионального образования библиотечного задумываются над созданием некой новой образовательной программы, это самое, они не планировали опять, вот понимаете, что-то такое глобально монументальное, совершенно не ориентированное на практику. Ну вот, Валентина Аврамовна уже выразила эту мысль более точно и как более элегантно, я бы сказала. То есть речь идет, и слушая ее, я поняла, что как раз мы тоже совпали с Сахалинской областной вот библиотекой, да, в том, что, по сути дела, вот, я не знаю, я думаю, что директора библиотек заинтересованы в том, чтобы в подготовке библиотечных журналистов, если так вот в два слова уместить, да, название и тот комплекс компетенций, который в современной библиотеке нужен. Потому что понятно, что медиаграмотность, информационная грамотность, это весь этот комплекс, это классический кусок нашей работы, который мы, в общем-то, делаем в силу своих компетенций, тех специалистов, которые у нас есть, своих ресурсов, представления о приоритетах текущих и так далее. Вот, но очень важно, чтобы, да, и вот мысль, которая прозвучала о том, что библиотека должна стать активным агентом, да, то есть сама стать частью медиа. В принципе, у нас уже был такой вот опыт, когда мы, в общем, вторглись не на свою территорию, придумали проект «Книги и приключения», и, может быть, вы слышали об этом, и транслировали, то есть публиковали такие истории четырех читающих иркутян, которые как бы могли ходить в библиотеку в начале прошлого века и так далее. Ну, в общем, не буду я сейчас, Женя, не об этом, а о том, что, в общем, в этой сфере, понимаете, это совершенно другая специфика. Если мы говорим как бы в этом направлении, что библиотека сама средством медиакоммуникации становится, я бы, в общем, так однозначно не могу сказать, что это однозначно хорошо, потому что все-таки это очень другая профессиональная матрица, очень другая профессиональная территория, куда мы. А вот потребности доносить, что такое библиотека, что она может предложить своим читателям, показать это на языке читателя. То есть, понимаете, вот я боюсь, что заведем мы эти магистерские программы, прекрасные, хорошие, там, с точки зрения узких или широких подходов, да, и потом мы же потратим на это дело время и деньги, а человек придет, не сможет написать анонс на сайт или пост-релиз мероприятия, понимаете? Это очень печально. И он не сможет придумать там, не знаю, рекламный слоган и так далее. Потому что когда мы пытаемся привлечь к этому, вот к этих, к решению этих задач библиотеки специалистов из сферы как раз, я не знаю, рекламного бизнеса, да, пиарщиков, которых готовят на факультетах журналистики, где угодно, да, мы получаем что? Абсолютное незнание того, что такое библиотека. И мы начинаем, значит, вот рассказывать о том, что у нас есть такое, да, ломать эти стереотипы про этих, про бабушек с гульками там в очочках и так далее, да, со спицами в руках, которые, кстати говоря, активно и самими же библиотекарями транслируются и поддерживаются, понимаете? И получается, что человек потратит время, деньги, а если его еще библиотека направила на это обучение, и в результате мы получаем опять ничего. Понимаете? И проблема, мне кажется, библиотечного образования, может быть, я немножко там резко говорю, уж меня простите, коллеги, я очень люблю наше образование библиотечное. Я, в общем, заканчивала вот предыдущий мой оратор, это мой учитель Екатерина Александровна. Вот, и я очень благодарна, очень рада тому, что у меня библиотечное образование, библиотечный диплом, я влюбилась в эту профессию, понимаю, но это дает профессиональную матрицу, понимаете? Но абсолютно, вот, если мы в предыдущих вот этих классических вариантах будем опять готовить магистров по медиаграмотности, понимаете, то мы получим, опять встанем перед необходимостью. Человек, вот знаете, как я говорю, это кризис, парадокс профессионализма. Когда человек приходит,
у него диплом библиотекаря, да еще и магистерская будет по медиаграмотности, да, а текст на сайт написать будет некому. Понимаете? Вот чего бы хотелось, чтобы не вышло. Вот. И поэтому у меня очень большая просьба, очень большая вот, как бы все-таки рекомендация при составлении этих программ учесть не то, что у нас должно быть ого-гошечки, сколько там вложено в эту голову, а просто нормальных натасканных специалистов для библиотечной журналистики, специалиста пресс-службы библиотеки, которым не надо рассказывать, что такое библиотека, и который может спокойно вот просто встать и работать, понимаете? Вот, вот такие мысли, дольше занимать времени не хочу. Всем спасибо. Лариса Александровна, да, в очередной раз, сталкиваясь с вашим парадоксальным мышлением, склонным к противоречиям, к контрапунктам, да. Я помню, когда я вас приглашал для участия в глобальном видении, вот, и звонил, вы мне говорили то же самое. Не глобальное видение, а прежде всего практика работы библиотек, да? Но у нас же все получилось с глобальным видением, да? Вот я думаю, что и тут получится. Я предлагаю вам быть адвокатом дьявола в нашем деле, таким, который будет, да, подвергать строгой и суровой критике все эти проекты с точки зрения связи с практикой. Вот именно таких профессиональных компетенций. И большое вам спасибо за тонко расставленные акценты. Очень много было, да, хорошо и тонко расставленных акцентов. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Следующий наш выступающий – это Елена Олеговна Чувашова, заведующая Томским региональным центром президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Мы так, вас видим нужно... и слышим, Елена Олеговна. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Елена Олеговна. Хорошо, замечательно. Так, мне надо где-то звук выключить. Мы вас хорошо видим и слышим. Вам нужно в скайпе, может так. Быть, выключить звук. Угу, я так и сделаю. Хорошо. Я для начала хочу поблагодарить всех организаторов. Очень рада, что наше мероприятие сегодня состоялось, наконец-то долгожданное. Было очень интересно послушать и слышать точки зрения, потому что как бы мы ни писали на бумаге, мне кажется, половина смыслов идет через глаза, и вот, и, конечно, благодаря этому создаются новые смыслы в голове и идеи. Я кратко скажу именно о том, о чем сегодня, что сегодня поняла и осознала, какую-то рефлексию, возможно. Первым делом я подумала о том, что сегодня происходило в нашей библиотеке и как это хорошо связано абсолютно с тем, что сегодня мы обсуждаем здесь, на этой видеоконференции. Утром у нас здесь был электронный гражданин, все залы библиотеки заполнены пожилым поколением. Наши молодые библиотекари, молодые специалисты обучают бабушек и дедушек тому, как пользоваться услугами современного интернет-пространства. После этого все они получат паспорта электронного гражданина. Это в рамках проекта у нас Департамент по развитию информационного общества реализует, а мы им помогаем, мы стали площадкой по внедрению этого всего в Томске. Затем была конференция замечательная в нашем же зале, которую организовывали новосибирцы. Это видеоконференция, в которой представляли электронные продукты, которые создавались библиотекарями по революции, что тоже вообще очень актуально, все этим занимаются, я знаю, что тема недалекая ни для кого. И наша видеоконференция, все мы находимся в своих городах. То есть вот эта медиа, она нас настолько окружает, и, конечно, это тема, в которую мы должны быть настолько погружены. Без этого библиотекаря сейчас вообще невозможно. Я не представляю, что может сделать библиотекарь, который вот не ладит с техникой, у которого нет этой практики, а тот человек, у которого нет теоретического понимания, как это все для чего. И вот эта мудрость, которую сказал Юрий Юрьевич, меня эта идея вообще больше всего потрясла и удивила. Действительно, ведь если мы не будем как-то с мудростью подходить к этому всему, ну, это не ляжет ни на что и, наверное, будет бессмысленно. И следующее, о чем бы я хотела сказать, вот
про практиков. Конечно, на эту магистратуру практики должны идти, и мы прежде всего заинтересовались. Я и мои коллеги из Пушкинской Толской библиотеки, нам это интересно прежде всего для того, чтобы наших молодых специалистов отправлять в магистратуру. Мы сейчас в Кемерово отправляем, спасибо коллегам, очень интересно и полезно это для практики. И вот эта магистратура, о которой говорится сегодня, тоже было бы очень интересно. У нас, мы уже придумали требования, чего мы хотим от этих специалистов, которые приедут и будут... что они будут внедрять в нашу практику. А пока у нас молодые специалисты, которые приходят и которые обладают вот этой какой-то... Они обладают МИГ, да? Мы сейчас выяснили, что у них медиа-информационная грамотность присутствует, а процесс медиа-образования у нас реализуется. Потому что в Томске есть специальность библиотечная информационная деятельность на ТГУ, в ТГУ. А навыкам компьютерных технологий информационной грамотности нас обучают в рамках работы кафедры проблемы... гуманитарные проблемы информатики. Это на философском факультете, как раз тоже, наверное, связано с мудростью, очень интересно, хорошо. И они дополняют друг друга, так как на настоящий момент в стандартах, вот, что дает образование библиотечное, да, немножко не хватает того, что требуется. Поэтому библиотекари еще на стадии обучения идут на специальность по гуманитарной информатике, чтобы этими технологиями овладеть. И чтобы получить какое-то осознание, для чего нам это нужно, почему мы должны внедряться в этот медиа, в эту медиасферу. Дополняет. Вот. И по поводу проблемы, которую Лариса Александровна хорошо навела. Но вот вопрос действительно стоит. У меня есть сомнения по поводу того, что у нас есть потребность в том, чтобы была такая магистратура, чтобы библиотекари обладали навыками этого медиаобразования, были погружены в эту сферу. Но не станет ли это через пару лет обязательным вообще для всех специальностей, для всех магистратур профиля гуманитарного образования, сферы культуры? То есть, наверное, любой специалист, который выходит сейчас, получает какое-то высшее образование, тем более магистратуру, обязан владеть навыками медиаобразования. Вот я думала, какая сфера может обойтись без этого? Ну, может быть, там как-то медицина, еще что-то там, военные технологии, может быть, еще да. А то, что связано с информацией, вот либо с восприятием, либо с ее отдачей, ведь обязательно. И я думаю, не будет ли как-то каких-то вот таких проблем, там, дублирования, может быть, вы будете первопроходцами, а параллельно идут такие же процессы в других сферах. Вот так это или не так, я не знаю. А по поводу того, чего бы мы хотели от специалистов, которые будут приходить, мы хотели бы, чтобы этот специалист занимался поиском и отбором наиболее качественных и эффективных площадок для размещения или создания новых библиотечных информационных продуктов, чтобы он сам качественно мог создавать медиа-контент, это информационные продукты типа каких-то библиотек, коллекций там, и написание текстов, чтобы он знал, куда эти тексты написать, как их подать, как знать того человека, который должен эту новость воспринять, например, в пресс-релиз написать, да? Чтобы он создавал качественный и востребованный, чтобы его продукт был востребован, и чтобы он представлял библиотеку в медиапространстве, улучшал ее имидж, повышая лояльность к ней потенциальных пользователей, ну и общество в целом. Вот, не знаю, мыслей много, очень интересная тема. Спасибо. Спасибо большое, Елена Олеговна. Я слушал вас и вспоминал слова великого Михаила Васильевича Ломоносова: «Российское могущество будет прирастать Сибирью». Благодарю вас. Спасибо. И мы, пожалуйста, и мы переходим дальше, на запад. У нас Урал, Екатеринбург, Марина Вячеславовна Ивашина, ученый-секретарь муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга. Здравствуйте, Марина Вячеславовна. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, что все это будет прирастать не только Сибирью, но еще и Уралом. Мы слышим прекрасно. Я не слышу. Я слышу хорошо. Я слышу хорошо. Хорошо слышно? Да. Идеально да, слышно. Да, да. Мы уже на Урале. Уже на ура. Коллеги, я не библиотекарь по образованию. И мне не очень интересны, честно говоря, те принципы и основания, которые должны быть в магистерской программе. Не очень интересно. Простите, ради Бога.
но мне очень интересно создать какую-то уникальную, интересную программу для жителей города и повышение квалификации библиотекарей. И мне очень интересна та движуха, та интеллектуальная активность, которая создалась вокруг этого мероприятия. Это интересно. Знаете, мне кажется, что мой голос отстает. Все нормально? Слышно меня? А вы в Ютубе звук не забудьте выключить. В Ютубе идет задержка. Это же телевизионный эфир. А, в Ютубе. А теперь вы пропали. Нет, себя верните. Я в Ютубе отключила. Вот сейчас вас слышно. Вы себя в Ютубе не слышите? Нет. Тогда продолжайте. Нет. Вас. Вы нас заинтриговали. Да. Вот то, что продемонстрировал Юрий Юрьевич при помощи Юрия Николаевича, и то, что делают все участники этого проекта, мы продемонстрировали бешеные темпы освоения вот именно медиаграмотности. Мы в ходе работы над этим проектом получили какое-то еще дополнительное медиаобразование. И вот это очень важно. То, что вот это медиаобразование нужно для конкретной жизни, это не просто работа с каким-то текстом, не просто умение работать с каталогом, находить какую-то информацию. Это умение решать проблему. Юрий Юрьевич поставил перед нами проблему. Юрий Николаевич усложнил эту проблему и поставил дополнительные перед нами проблемы, работая с определенными программными продуктами. Мы эти проблемы решали все вместе. Мы искали информацию, мы ее осваивали, мы учились пользоваться, мы получили определенный уровень медиаобразования. Не полный, конечно, но все у нас впереди. Когда нам в следующий раз Юрий Юрьевич с Юрием Николаевичем дадут задание сделать какие-то рекламные видеоролики наших выступлений, возможно, мы с этим справимся. Так, поэтому вот медиаграмотность – это такая медиаграмотность, которая позволяет нам жить. Мне очень важно доносить это для библиотекарей, до жителей города, что это то, что дает нам возможность быть активными, реализовывать себя и решать какие-то свои проблемы. Поэтому это просто необходимость, и это необходимость, которая дает нам делать общество наше демократическим. Если мы будем жить в тоталитарном обществе, нам никакая медиаграмотность не понадобится. У нас все будет обрезано, сокращено и уничтожено. Это первое. Второе. Какие же все-таки принципы и основания, на которые обращал наше внимание Юрий Юрьевич? Традиционное образование, к сожалению, постоянно отстает от практики. Вот я с сожалением, поскольку у меня перед глазами несколько поколений профессоров, я сама выросла в профессорской семье, муж мой профессор, и кругом меня сплошные профессора. То есть университетское образование у меня перед глазами. И я вижу, насколько реальное образование, классическое, традиционное, сегодня отстает от практики. Но в системе образования сегодня существует множество сетевых проектов, платформ, дистанционного образования, которые занимают те ниши, которые упускает сегодня образование классическое. Вот есть платформа Galaxy Education Intel, платформа, на которой педагоги самоорганизовались для того, чтобы обучать друг друга. Есть платформа Global Lab, есть Началка.ком, на которой делаются совместные проекты. То есть люди объединяются для того, чтобы создавать проекты и учат друг друга, и учатся, создавая совместные проекты, совместные цифровые продукты. Вот все говорили о том, что нам не хватает умения создавать медиапродукты. Так вот, эти медиапродукты можно создавать эффективно, в основном в коллективной, в групповой деятельности, обучая друг друга. И если в образовании такие проекты существуют, то в библиотечной сфере этого практически нет. Вот если бы, я, конечно, понимаю, что это утопия, ожидать, что магистры, а я этих девочек видела вживую, что они станут инициаторами каких-то крупных проектов. Но если бы какая-то инициатива, какие-то активности исходили от людей, которые прошли через эту магистерскую программу, это было бы замечательно. Как вы знаете, у нас есть крупная сетевая платформа, сетевой проект. Это Вики Сибириада. У нас на чтении
21, Елена Николаевна Ястребцева делает сетевые проекты. Мы учимся там всему, мы учимся работать с информацией, создавать сетевые и создавать медиапродукты. Мы общаемся по поводу этого, мы обмениваемся идеями. И то, что мы вынесли из этих сетевых проектов, мы передаем нашим читателям. И вот гениальный проект, о котором рассказала Лариса, книги и приключения, я с таким удовольствием следила за ним. И мы делаем свои проекты на своих платформах, в которых участвуют наши читатели. Читатели хотят рассказывать об истории своей семьи. Они хотят рассказывать в истории семьи, в истории страны. Они хотят рассказывать о своем городе, о любимых улицах, о любимых уголках, о том, что они читают. Они хотят обмениваться этими идеями. Они учатся создавать вместе с нами эти медиапродукты. И вот это в этой совместной деятельности, когда и библиотека, и читатель вместе что-то делают, вместе учатся, обмениваются, и рождается что-то очень интересное. Вот для меня это медиаобразование. И если бы этому учили, не знаю, принципы это или не принципы, Юрий Юрьевич, уж как вы сами сочтете возможным, но мне кажется, что без этого медиаобразование существовать не может. Без такой совместной деятельности, без совместных сетевых проектов это должно обязательно быть каким-то образом учтено. Спасибо, дорогие коллеги. Простите, не библиотекаря. Спасибо, Марина Вячеславовна. Вы заставили Юрия Николаевича и меня поволноваться, потому что мы застыли в ожидании. А что же будет сказано дальше? И в таком ожидании, по-моему, провели все эти несколько минут. Поразительно ясное мышление у вас и чеканная речь. Вы настоящий диктор. Я думаю, что вы не работали диктором на телевидении. Я выросла в профессорской семье. Да, замечательно. Навыки, риторики очень хорошие. Вы знаете, насчет практики. Мы говорили об этом с вами и раньше. Акцент на практике, да. И я даже в работе со студентами буду это использовать. И на кафедре я говорил в следующем семестре. То есть мы будем моделировать ситуации, например, такие. В курсе «Медийно-информационная грамотность и медиаэкология» к вам подходят на улице попросить 10 рублей, 20 или сколько возможно, ваши действия. Вы видите в метро там какую-то ситуацию, ваши действия и прочее. То есть практические примеры и способ реакции. И мы будем отрабатывать сначала, как человек отреагирует, потом будем разбирать эти примеры. Мне близок ваш подход, с одной стороны, с другой стороны, мне близко то, о чем говорили Наталья Ивановна, Елена Витальевна и Александр Вячеславович. И я берусь, в общем-то, за решение невозможность задачи соединить одно с другим. Спасибо вам большое за участие. Еще я хотел сказать, да, спасибо, что вы это отметили. Мы потерпели неудачу 27 октября. За 10 минут до начала мероприятия вышла из строя система. Но мы не опустили руки, стали осваивать вот эту систему OBS, Open Broadcaster Software. И в недавние праздники у нас была встреча 3 числа, 4, 6, мы все это записали, отработали технологию на кафедре, потом обратились к вам. И видите, сегодня все получается. То есть медиаобразование – это смелость. Это смелость смотреть жизни в глаза. Вот я считаю, что это так, это очень важный элемент в медиаобразовании. Спасибо вам большое, и я передаю слово следующему нашему участнику нашей дискуссии. Это Лариса Михайловна Магазевская, директор Астраханской библиотеки для молодежи имени Бориса Шаховского. Здравствуйте, добрый день, Юрий Николаевич, добрый день, Юрий Юрьевич. Очень рада вас видеть и хочу поблагодарить за приглашение поучаствовать в вашем вебинаре. Я согласна с Юрием
Юрьевичем, что это медиаобразование сегодня, это действительно смелость, потому что я сегодня смело осваиваю информационные технологии и выступаю, принимаю участие в таком солидном вебинаре. Хочу сказать, что когда в первый раз я услышала словосочетание, понятие и медийная информационная грамотность, то я воспринимала его скорее как информационно-коммуникационные технологии. И только в 2011 году, после рекомендации на заседание ИФЛа, где были они приняты, я поняла, что это мои представления, они выходят за эти рамки, что и сейчас я думаю, что это совокупность каких-то информационных ресурсов, устных, печатных, цифровых, и что это тесно связано в первую очередь с обучением человека в течение всей его жизни. Да? То есть это навыки, умения, знания, которые помогают ему определить необходимость информации, то есть ее место, найти ее место ее нахождения, расположения, систематизации, и также умение дать правильную оценку этой информации. Медиа сегодня – это, как уже сказано не одним докладчиком, что это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть они нас окружают повсюду, не только в работе, предположим, в учебе, но и в быту, и даже в сфере досуга и воспитания. Поэтому любой человек, который хочет максимально использовать технические возможности, он должен обладать какими-то хотя бы базовыми знаниями. И тогда, я думаю, почему бы тогда не обучение не начать с ключевых фигур, таких как, например, преподаватели и библиотекари. Ну, преподаватели понятно, потому что они занимаются непосредственно образовательным процессом. А библиотекари – это те специалисты, которые, во-первых, умеют анализировать информацию, у них есть такая способность, они владеют механизмами поиска, да, и то, что они ориентируются в многообразии этих информационных ресурсов. Я думаю, что все библиотеки в большей или меньшей степени занимаются какими-то... У них есть какие-то программы, и они занимаются этой деятельностью в рамках единой информационной грамотности своих пользователей. И в том числе и наша библиотека. У нас есть несколько видеопроектов, и достаточно интересных. Я думаю, что... Но я думаю, то, что это все-таки отдельные навыки, и они должны... То есть... Это должна быть какая-то система, и у специалиста-библиотекаря должны быть профессиональные знания и новые профессиональные компетенции. Тогда только в таком случае, я думаю, библиотекарь сможет эффективно и результативно работать. Что касается этой программы, я думаю, что я придерживаюсь той точки зрения, что специалист, который пройдет этот курс обучения, он может работать во всех видах деятельности библиотеки, и у него не должно быть каких-то отдельных функциональных обязанностей. Поэтому я не думаю, что библиотекарь здесь должен быть только журналист, или, например, библиотечный педагог или журналист. Но эффективность работы специалиста, я думаю, будет зависеть от самого процесса обучения, от того, как правильно и своевременно он принял эту теорию, и как обучили его, как он применяет это, как он сможет применить это в практике, и свои способности, вот эти полученные на этой программе, внедрит вот в библиотечную деятельность. Спасибо большое, Лариса Михайловна. Я хочу вас поблагодарить за такое сердечное выступление. Не только профессиональное, но чувствуется, вы живете этим. Ваша душа в этом, во всем. Ну, как и всех коллег, которые участвуют в вебинаре, просто каждый это показывает по-своему. А вот я обратил в вашем выступлении прежде всего именно на это.
Да, есть формальный момент некоторый в этой магистерской программе. Была возможность это подавать как журналистику, специализацию, или как педагогику. Мы решали этот вопрос втроем. Ирина Владимировна Жилавская, Вера Петровна Чудинова и я. И согласились с тем, что надо как педагогику это оформлять. Но это не значит, что это будут педагоги, то есть и журналистские навыки тоже. И кто-то мне задавал вопрос в ходе подготовки вебинара. А вот если будет подготовлен очень хороший специалист, а пойдет ли он работать в библиотеку потом? Ведь он получит такие навыки, которые можно продавать в других местах, за которые заплатят. И я пока на этот вопрос не знаю, как ответить. Если он любит библиотеку, он придет сюда, мне так кажется. Неоднозначный вопрос, он требует серьезного. Я пока не знаю, как на него ответить. Спасибо вам большое. Наталья Владимировна Абросимова, заместитель директора по научной работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Некрасова. Наталья Владимировна, добрый день. Бог выключит. Я с удовольствием послушала всех предыдущих выступающих, и мое мнение о программе медиаобразования в библиотечной сфере менялось, и по каким-то таким волнам размышления я плавала. Что бы мне хотелось сказать по поводу этой магистерской программы? То, что вообще, в принципе, медиа-информационная грамотность должна являться сквозной какой-то грамотностью любого человека, который живет в современном мире. Я думаю, что вы с этим со мной согласитесь. Но вот у меня вызывает сомнение, естественно, что библиотека тоже как житель, как человек, который существует в этом мире, тоже должен обладать этими компетенциями. Но меня смущает вопрос сужения профессиональной сферы библиотекарей, медиаобразования в библиотечной сфере. Почему меня смущает? Потому что мне кажется, что в современном мире образование все-таки не должно быть слишком узким. Специалист не должен быть подобен высшему. Наша жизнь так меняется быстро, и у выпускника вуза магистерской программы должны быть варианты для профессионального маневра. А мы его загоняем в рамки программы медиаобразования в библиотечной сфере. И это может создать некоторые проблемы выпускнику. Потому что мы все с вами знаем про стандарты, про требования к образованию обязательные. Соответствие той сфере, в которой он придет работать. И мне бы, в общем, меня этот вопрос смущает. Мы должны об этом подумать. Что еще? По поводу того, где может быть полезен выпускник-магистрант. В библиотеке конкретно. Вот я тоже об этом размышляла. Мне кажется, все-таки, что выпускник вуза магистерской программы – это организатор, это руководитель, это не рядовой специалист, и не в каждом отделе он пригодится. Потому что все-таки в большой библиотеке, тем более, как областные, краевые и так далее, у нас есть масса работы, в которой, в общем-то, знания магистра выпускника будут. Именно эти программы не пригодятся. Профессионально я имею в виду, Опять же, мы здесь должны разделять личную такую грамотность и профессиональную грамотность. И в личной жизни пригодится все, как мы видим сегодня тоже на нашем вебинаре. Вот эти вот два сомнения. Во-первых, сужение и медиаобразование именно в библиотечной сфере, мне кажется, лишняя вот эта вот приставка, она может смутить. Во-первых, во-вторых, нужно, не знаю, каким образом думать и решать вопрос о расширении, штатных единиц, о пересмотре квалификационных требований
специалистов библиотек. Но это несколько иной вопрос. Но, во всяком случае, для людей, которые работают в библиотеке, да, для управленческого персонала, это вопросы важные. Если придет магистрат вот с таким образованием, куда мы его возьмем? На какую такую штатную единицу? Понятно, что о чем говорили коллеги, это там пиар-деятельность, ну вот конкретно пиар, да, умение писать тексты, пресс-релизы, анонсы там и так далее. Ну, это все понятные вещи. И не обязательно это для образования именно в библиотечной сфере. Человек, который специалист в области пиар, готовый развиваться и работать в библиотеке, он довольно быстро освоит наши общие вопросы, связанные с библиотекой и ее деятельностью. Ему не нужно будет углубляться в какие-то узкие сферы нашей работы. Ну и я с удовольствием послушала коллег, которые сегодня выступали. Очень рада была видеть на экранах родные лица, любимые лица, с которыми, надеюсь, в ближайшем будущем где-нибудь пересечься на профессиональных площадках. Спасибо вам большое за внимание. Я, пожалуй, на этом закончу свое выступление. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Я сейчас отключаю нашу связь и отвечу вам в трансляции. Угу. Ну вот, дорогие коллеги, вы видите, что и такой вариант связи работает очень хорошо. То есть мы его рассматривали как резервный канал, но он оказался, в общем-то, вполне приемлемым, потому что телевидение его широко использует. Но вот почему бы нам его не использовать? Это никакой не ущербный канал, а как бы самостоятельный канал связи, способ коммуникации. По поводу двух вопросов, Натальи Владимировны. На второй я не могу ответить, на первый отчасти могу. На кафедре уже есть подготовка в рамках программы «Медийная информационная грамотность». Готовят специалистов такого профиля. Меня на кафедру пригласила работать Ирина Владимировна Жилавская. И, в общем-то, она поставила задачу передо мной такую магистерскую программу создать и запустить ее с 1 сентября следующего года. И тот вопрос, который стоит передо мной, он прост. Либо я такую программу создаю, либо я ее не создаю и, так сказать, демонстрирую свое поражение. Я хочу все-таки осуществить первый вариант. Эта программа, важно понимать, что это программа для магистрантов-заочников. То есть люди уже работают в библиотечной сфере, и они приезжают на сессии, их кто-то направляет, и мы прежде всего ориентируемся на работников библиотек, которые уже в этой сфере находятся, они просто получают такую специализацию. Конечно, может быть другой вариант, когда медийщик, журналист сюда придет, но мне кажется, в основном все-таки это будет подготовка уже тех, кто работает в библиотеке. Вот такой мой ответ. Спасибо большое. Мы немножечко не укладываемся в график, и я вижу, что мы закончим через 25 минут, то есть в 13:20 по московскому времени. Еще осталось выслушать нам выступление двух специалистов из Москвы. Я передаю слово Екатерине Владимировне Калининой, кандидату экономических наук, главному научному сотруднику отдела электронных ресурсов и сервисов Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова, город Москва. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Здравствуйте. Да, все видно? Да. Все хорошо? Да. Идеально. Спасибо. Спасибо. Ну, вы знаете, после вот таких полных профессиональных докладов и сообщений, которые мы сегодня услышали. Но мне, наверное, будет очень трудно добавить что-то новое, интересное для коллег. Поэтому, если вы не возражаете, давайте я просто напомню такой библиотечный анекдот, который приключился в стране несколько лет назад, но он имеет, вот, на мой взгляд, самое непосредственное отношение к обсуждаемой теме и, наверное, будет таким своеобразным аргументом, подтверждающим необходимость введения такой программы и, скорее, может быть, даже в какой-то практической части ее, может быть, менее, чем в теоретической. Но, может быть, кто-то помнит, как в апреле 2009 года в библиотеке поступил новый номер журнала «Библиотечное дело».
Это был 7-й номер, и в нем на первых страницах этого журнала был размещен такой большой, подробный, интересный материал о Всемирном библиотечном форуме, который прошел в Давосе. Но надо отметить, что в это же время в Лондоне проходил саммит Большой Двадцатки. Так вот, автор этого материала, журналист с такой на итальянский манер фамилии, он подробно рассказал о форуме, что он сопровождал Владимира Владимировича Путина, который в то время премьер-министр России, принял участие в этом форуме, что вот главы государств, принимавшие участие в этой большой двадцатке, они решили обсудить ситуацию глобального экономического кризиса, который тогда разразился, именно вот с позиции как бы культуры. И о ведущей роли культуры, в частности, библиотечного дела по преодолению этого глобального кризиса. Ну и цитировалась речь Владимира Владимировича Путина на этом форуме. Ну, материал ласкал слух, хотелось цитировать его, высказывания Владимира Владимировича о библиотеках, о библиотечном сообществе, о роли библиотечного сообщества в жизни страны. Ну и хотя вот по всей статье были расставлены такие своеобразные метки, которые позволяли все-таки идентифицировать этот материал как фейковый, ну или скорее как шуточный первоапрельский, к сожалению, очень многими библиотекарями он был воспринят как реальный репортаж. Так, например, в ЦБС, где я тогда работала, вскоре после выхода этого номера журнала проходил методический день для руководителей структурных подразделений ЦБС и руководителей библиотек-филиалов. И вот в ходе этого методического дня руководитель библиографического отдела ЦБС, специалист с высшим профильным профессиональным образованием Питерского института культуры, делая обзор профессиональных изданий, которые на тот момент поступили в библиотеку, со всей серьезностью рассказала об этом Всемирном библиотечном Давосском форуме и выступлении Владимира Владимировича Путина. Ну, у себя в ЦБС там удалось тогда мягко как бы разрулить эту ситуацию, но еще через пару дней то же самое я услышала уже от руководителя другой московской ЦБС. Ее сообщение было сделано на совещании руководителей учреждений культуры округа московского. И это тоже, надо сказать, была дама, специалист с высшим профильным профессиональным образованием. На этот раз это был МГУКИ. Ну, дальше больше. Ситуация продолжала развиваться, то есть она обсуждалась. И вот в результате, спустя несколько номеров в том же журнале, уже в 15-м номере журнала «Библиотечное дело», появилась статья, ну, не надо представлять, Сергея Басова. И, в общем-то, статья была такой своеобразной объяснительной запиской. И выяснилось, что одновременно как раз вот этот журналист с итальянской фамилией Серджио Басовас, это был как раз Сергей Басов. И он в этой своей статье объяснял историю возникновения этой первоапрельской шутки, как она пришла ему в голову, как поддержала его редактор Татьяна Филиппова этого журнала. В общем-то, они как бы посмели, можно сказать, опубликовать такую статью. И представить себе, что мог бы сказать Владимир Владимирович на этом форуме. Так вот, когда эта шутка, ну, как бы уже стала больше себя самой, начала самостоятельную жизнь в библиотечном сообществе, вот Басову пришлось писать такую объяснительную записку. И вот в этой же статье, значит, он написал, что действительно ему поступало, ну, или в редакцию журнала поступало множество звонков от библиотек, которые приняли записку монет. Они просили указать источники, чтобы они могли процитировать речь Владимира Владимировича на этом форуме и так далее. Ну, такой вот анекдот, да, случился несколько лет назад. Но если кого-то заинтересовалась эта история, там большие статьи, я не стала их цитировать. Это номера 7 и 15 журнала «Библиотечное дело» за 2009 год. Ну, вот поэтому как бы в поддержку разработки вот такой магистерской программы по медиаграмотности я очень надеюсь, что все-таки такой курс будет создан, и это будет способствовать развитию магистрантов, ну, некой такой культуры медиапотребления, да, чтобы люди понимали тексты, которые они читают, и, передавая их дальше, тоже как бы делали это осознанно. И в результате как бы поможет библиотекарям, ну, не попадать в аналогичные ситуации. И особенно мне важным это кажется вот сейчас, когда так стремительно развиваются интернет-технологии, и не секрет, что для молодых людей, в общем-то, основным источником информации, конечно же, являются социальные сети и другие там медийные платформы, где вот такой фейковой информации, я думаю, будет только увеличиваться количество. Ну вот, что я хотела сказать. То есть просто хотела привести конкретный пример. Спасибо за внимание. Спасибо. Надеюсь, большое. Я повеселела, да. Спасибо большое, спасибо. Екатерина Владимировна. Я
во-первых, о содержании хочу сказать, во-вторых, о форме. Содержание замечательное, оно так разрядило даже некоторое напряжение. И я представил себе и Сергея Александровича Басова, и Татьяну Александровну Филиппову, и их рядом. Такой тандем, да, это замечательно просто. И во-вторых, по форме. Вот мы во время тестирования говорили, что вы похожи на профессиональную ведущую, радиоведущую. А сегодня, это когда вы говорите... потому что все без специального оборудования, но я вот как-то так, да. А сегодня могу только подтвердить, это впечатление спасибо. Усилилось. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Да, всего доброго. И наш... последний выступающий, Ольга Витальевна Камкина, заведующая библиотекой номер 240 Централизованной библиотечной системы Северо-Западного административного округа города Москвы. Здравствуйте, Ольга Витальевна. Улыбнитесь, да, вы в эфире. Спасибо большое. А вы уже на любимой работе, да? Да, да, хорошо. Я уже давно на любимой работе. Спасибо огромное. Я прежде всего хотела сказать спасибо, коллеги, за такую честь участвовать в столь грандиозном для меня событии, как этот вебинар. Для меня это действительно очень важно и очень приятно. Плюс того, что я выступаю последней, наверное, в том, что, ну, собственно, добавить-то мне уже вообще очень мало, что я могу. Поэтому я расскажу немножко о том, о чем начал говорить Юрий Юрьевич, а именно о проекте «Техносайенс». Да, Олечка, извините, пожалуйста, вы могли бы смотреть в камеру, чтобы мы видели ваш взгляд? Да. На базе нашей библиотеки как раз реализуется проект «Техносайенс». Он ориентирован на работу с молодежью. И в нашем современном мире при все возрастающем главенстве цифровой реальности этот проект, он будет очень актуален. И он будет рассказывать об интеграции цифровой реальности и высоких технологий в науку, в культуру и в повседневную жизнь. И дело в том, что выросло целое поколение молодых людей, которые родились уже в эпоху интернета. И как раз для этого проекта, для нашей библиотеки, такой специалист, медиаграмотный, медиаобразованный, он просто жизненно необходим. Я объясню, почему. Мы просто должны стать частью медиа, как говорили предыдущие выступающие. Иначе молодые люди нас просто не будут воспринимать как достоверный и как авторитетный источник. А мы, библиотека, мы же хотим заниматься просветительской деятельностью, поэтому, несомненно, для нас это очень важно. Конечно, я согласна с Ларисой Александровной, мне бы тоже в какой-то степени хотелось быть адвокатом дьявола, но я понимаю, что сейчас в данной ситуации и в наше время это уже практически невозможно. Мы уже интегрировались в цифровую реальность, и мы уже не можем себе позволить делать разделение и не быть медиаграмотными. И также я согласна с Еленой Олеговной, которая говорила про разные отрасли, разные сферы деятельности. Медиаобразование, оно важно в любой области знаний, и в культурной, и в медицине, и там она упоминала другие. Почему именно библиотечное дело, почему нужен медиаграмотный сотрудник в библиотечном деле. Тут тоже предыдущие ораторы говорили, что как бы это ни переросло просто в журналистику или в пиар, но библиотеки катастрофически нуждаются именно в таких людях, потому что специалист в библиотечной области, он не может, порой не может быть пиарщиком, он не может совмещать допустим, ведение социальных сетей и библиотечную деятельность. А библиотекарь, прошедший такую программу магистерскую, он будет уметь, он будет знать, как это делать, он будет просто незаменимым сотрудником библиотеки. Что касается молодежи, опять же, библиотекарь,
должен помогать молодежи, как говорил предыдущий оратор, ориентироваться в огромных потоках информации, которые на них ежедневно, ежечасно, ежеминутно сваливаются, и отличать информацию фейковую от достоверной информации. Кто им в этом поможет? Медиа, грамотный библиотекарь. Если библиотека берет на себя функции просветительские, значит, библиотечные сотрудники должны быть обязательно медиаграмотными. Я не говорю, что это должны быть все сотрудники медиаграмотные, достаточно одного специалиста, который будет работать не только с читателями и с пользователями, но и с самими сотрудниками библиотеки. Этого, я думаю, достаточно для того, чтобы коллектив библиотеки ориентировался, и этому коллективу можно было доверять в том, что они позиционируют. Ну, это, наверное, все, что я могу добавить, потому что действительно было очень много сказано и теоретически, и практически, поэтому сложно добавить. Да, и еще прозвучало у одного из докладчиков внедрение вот этих магистрантов, которые закончат магистерскую программу в образовательной библиотечной сфере, практику библиотеки. Добро пожаловать, магистранты, приходите ко мне в библиотеку. Я бы с удовольствием провела такой эксперимент, коль уж называлась экспериментальной библиотекой, что может быть не как штатный сотрудник, а внештатный специалист, но это один из вариантов сотрудничества, да, когда внештатный специалист приходит и помогает библиотеке в медиа, ориентироваться в медиа и стать частью этой медиа. Вот, наверное, и все. Спасибо вам большое за внимание, коллеги. Спасибо большое, Ольга Витальевна. Я могу добавить к этому, что кафедра медиаобразования Института журналистики и коммуникации медиаобразования МПГУ является официальным партнером библиотеки номер 240 и будет проводить вот свои проекты экспериментальные в библиотечной сфере, прежде всего на базе вашей библиотеки. Да, уважаемые коллеги, это обычная районная библиотека системы ЦБС. То есть у вас в округе 20, Оля, сколько у вас? 20 с лишним, да? 25, 22? 35 библиотек. Сколько? 35 библиотек. 35 библиотек. Вот библиотека на улице Паршина, 33, угол Паршина и Живописная, одна из них. Так, значит, мы закончили основную часть. Я хотел бы спросить, на связи ли у нас Наталья Ивановна Гендина. Наталья Ивановна, мы вас видим. Уважаемые коллеги, позвольте несколько слов в заключение. Я с глубоким вниманием прослушала всех выступающих. И вот для меня резюме сводится к следующему. Мы увидели сколь широк разброс мнений относительно идеи создания магистерской программы медиаобразования в библиотечной сфере. От философских оснований до федеральных требований федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов. Это разные категории документов. Третий блок проблем был связан с квалификационными требованиями. Я думаю, что здесь нельзя преуменьшать опасность вот нечеткости постановки целей. Поэтому, мне кажется, разработчикам магистерской программы первое, что требуется сделать, проанализировать формулировку магистерской программы, потому что в трактовке сегодняшней мы увидели большую полисемичность, то есть однозначность. Каждый понимает как счастье. Кто-то ждет, так сказать, от будущих выпускников магистерской программы конкретных навыков в области медиажурналистики, создания конкретных медиапродуктов. Кто-то ждет вообще подготовленного в сфере ИКТ и медиатехнологий сотрудника. То есть разброс очень большой. То есть мы упираемся по определению в уровне образования бакалавриат, который готовит, ориентирует на практические знания, умения и профессиональные компетенции. Магистратура все-таки это уровень организации, как было правильно подмечено, и управления и педагогической деятельности. Поэтому
при формулировке магистерской программы нужно иметь в виду вот эти возникшие ожидания. А относительно формулировки программы, как рабочая, она прекрасно сработала. То есть мы увидели весь диапазон точек зрения по поводу этого вопроса. Но если уже говорить об оформлении всего пакета документов на магистерскую программу, которые требуются, то, конечно, на мой взгляд, требуется уточнение. Потому что здесь четко выявляются две вещи. Что мы хотим получить в конечном итоге? Медиаобразование в библиотечной сфере для кого? Повышение уровня медиакультуры библиотекарей самих? Медиажурналистика? Или это будущие специалисты, которые будут транслировать, организовывать библиотеку как социальный институт на массовое повышение медийной информационной грамотности различных категорий читателей или пользователей, как мы говорим? То есть наш разговор показал, что нужно очень конкретизировать наименование, формулировку магистерской программы. И еще, конечно, как я поняла, требуется, разумеется, провести анализ имеющихся федеральных образовательных стандартов, такая мысль была высказана в ходе обсуждения, и анализ, положим, учебных планов вузов культуры, которые готовят специалистов в области библиотечной информационной деятельности, потому что часть курсов или знаний, или компетенций, которые были обозначены участниками вебинара, даются, они уже предусмотрены учебными планами, и для этого не нужно магистерской программы. То есть здесь вот требуется некое уточнение. Тем не менее, с моей точки зрения, обсуждение было очень полезным. Оно показало, вот, каким образом, так сказать, избежать вот, Сила и Харибда, так сказать, между не изобретать велосипед, двигаться вперед, предлагать новое, но не без опоры на то, что уже сделано, без анализа соответствующих документов этого сделать невозможно. Я чрезвычайно благодарна всем участникам семинара. Это, безусловно, полезное было для нас. Я не люблю слово «мероприятие», я люблю обмен мнениями, полилог, потому что диалога не было у нас никакого, полилог, высказываются различные точки зрения. И в заключение я только могу еще раз поблагодарить всех, особо поблагодарить Юрия Юрьевича и Юрия Николаевича, потому что они взяли, как говорили в старину, многотрудное дело подготовки этого семинара взвалили на себя и блестяще это выполнили. Сердечно благодарю, желаю всем успехов. Мы готовы к контактам. До связи. Спасибо, уважаемая Наталья Ивановна, за очень ценные советы. Все они с благодарностью принимаются. И к этому могу добавить, что да, действительно, мы обязательно возьмем достижения Кемеровской школы и школы, которую представляет Александр Вячеславович Шариков. Вот. Но я даже не мыслю себе работы по-другому. И с другой стороны, будем всегда ориентироваться при этом на практику. Эта задача кажется практически невыполнимой и невозможной, но, видимо, вот у меня миссия такая – браться за невозможное, за решение невозможных задач. Я понял, уже переходя к своему слову, что я не могу оценить результаты вебинара без специального анализа. Будет видеозапись, Юрий Николаевич обрежет какие-то места, да, Юрий Николаевич? Да, обрежет, да, да. Там задержки и так далее. Угу. Эта видеозапись будет выложена в интернет, в том числе в социальные сети. Вот думаю, что никакого криминала у нас тут не было, чтобы его не показывать. И что бы я еще предложил? Ну, нет Ирины Владимировны Жилавской, но я предполагаю, что она согласится со мной. Мы должны на кафедре посмотреть это видео и проанализировать его. Потом согласовать свое мнение с Натальей Ивановной, с Еленой Витальевной, с Александром Вячеславовичем, прийти к какому-то решению. И мы должны резюме потом представить вам. То есть я разошлю его по электронной почте, но на это может понадобиться дней, от недели где-то до 10 дней, потому что материала много. И в заключение прошу еще 5 минут вашего внимания. Я хотел бы, чтобы сказал свое слово Юрий Николаевич Белоножкин, потому что
есть предположение, что то, что мы осуществили в техническом плане, в России не осуществлялось ни разу, а может быть и в мире тоже. Во всяком случае, примеров мы, аналогов мы не знаем. Юрий Николаевич, пожалуйста. Дорогие коллеги, вы сейчас видите нас на экране, как будто мы сидим с Юрием Юрьевичем за одним столом. Действительно, это необычайное мероприятие. Это необычный вебинар. Многие из вас знают, что это такое. Напомню, что вебинар имеет ограничение по количеству участников. В нашем случае потенциальное количество участников в YouTube – это весь мир. Обычные вебинарные платформы этого не умеют. Мы не нашли аналогов. Мы видим, что потоковое вещание или так называемый стриминг активно применяет молодежь, а точнее геймеры, которые делятся в открытую, показом своего экрана, как они там воюют, при этом, ну или какие-то другие игры. У них, знаете, я сам не игрок, но я знаю, они это транслируют в онлайн открыто, свободно. Мы взяли эту технологию, но мы ее добавили. Мы ее впервые, потому что я аналогов не вижу, применили в учебном процессе. Я сам применял это при проведении курсов повышения квалификации, и финал был просто потрясающий, когда человеку вдруг дают слово. В обычной вебинарной платформе просто так спонтанно дать слово очень сложно, там помехи технические бывают, проблемы. Его прорывает, он начинает говорить так, как будто бы ему никто не давал, а вот наконец дали слово, и вместо 5 минут он может говорить и час, если его не остановить. Тут уже проблема тайм-менеджмента. Вот мы с Юрием Юрьевичем увидели этот риск регулирования времени и четко идем по регламенту. Спасибо, Юрий Юрьевич, и вам тоже. Мы, еще раз говорю, не увидели. Да, есть Google Hangout, где можно делать примерно то же самое и участвовать. Но я не помню, чтобы в Хэнгауте так уж часто проводили учебные мероприятия. Я сам пробовал, мне не понравилось. И вот то, что делаем мы, смотрите, мы всего лишь навсего обучились работать Skype. Мы с Юрием Юрьевичем не ожидали несколько дней назад, что у нас будут проблемы со Skype-ом у пользователей. Мы решили, мы создали учебные ролики. Во-вторых, мы не ожидали, что в YouTube не все могут писать в чат. Мы это преодолели. Все. Все остальное мы научили. Сегодня профессор Шариков показывал свои презентации. Наталья Ивановна Гендина показывала свои презентации сама в открытом эфире. То есть у нас сегодня нет особых технических проблем. У нас есть некоторые нерешенные вопросы. Для меня, например, вопрос дизайна. Как сделать эти композиции удачно, как их скомпоновать, какую подложечку применить. Мы вчера гоняли в режиме тестового испытания 9 часов весь день, вот такой стриминг. Мы увидели, в чем трудности, мы их обнаружили, преодолели. И в итоге мы, вот благодаря... Во-первых, интеллигентности всех участников, в первую очередь Юрия Юрьевича. Вот он сначала не получилось, он не взорвался, он спокойно к этому отнесся. Это просто, я восхищен этим человеком, я рад дружбой с Юрием, дистанционной дружбой с Юрием Юрьевичем. Это уникальный человек. Я восхищен вашим терпением. Да, кто-то говорил, можно сделать вебинарные платформы. Мы объясняли, что это две разных сущности, два разных медийных явления. Я рад, что мы впервые отработали вот эту цепочку последовательных подключений. Мы заранее потратили это время, но в будущем, вот мой прогноз, я как первый вице-президент общественной профессиональной организации «Профессионалы дистанционного обучения», у нас уже скоро будет 10 тысяч человек в моей группе на Facebook, это профессионально открытая группа, так и называется, ProfiDO. Я вижу, что творится в России, в СНГ и в мире. Мы впервые эту технологию и методику, и психологию, и даже эстетику мы начинаем компоновать в целостное явление. Я сторонник целостности, когда и идея, и методология, и технология согласуются в нечто
слаженное такое, организованное, взаимоувязанное. Вот мы впервые выходим на этот результат. Большое вам спасибо. Я восхищаюсь всеми вами искренне от всей души и готов вам помогать. Спасибо. Спасибо, Юрий Николаевич, вам за рассказ, за добрые слова. Ну что же, пришло время прощаться. Я хочу поблагодарить всех участников сегодняшней встречи и пожелать вам... Вот я оцениваю то, что сегодня случилось, как праздник, то, что произошло, но это праздник рукотворный. Мы его сотворили своими руками. И я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. До свидания.